Привет, друзья! Российская армия начала использовать РЛС контрбатарейной борьбы «Аистенок». Комплекс 1Л-271 «Аистенок» способен обнаружить движущуюся наземную технику на расстоянии до 20 км. Огневые позиции артиллерии на удалении до 15 км. Обнаружение огневых позиций минометов происходит на расстоянии до 5 км. К месту боевой работы станция «Аистенок» может доставляться как силами расчета в носимом варианте, так и с помощью транспортного средства. Комплекс способен вычислить местоположение миномета противника при обнаружении мины на восходящем участке полета с точностью до 30 метров. При вычислении позиции миномета по данным с нисходящего участка полета мины, возможная ошибка увеличивается до 200 метров. Ошибка при обнаружении движущихся наземных объектов не превышает 40 метров. Станция питается от электрогенератора с бензиновым двигателем. Одной заправки генератора хватает на 6 часов. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг. На сборку комплекса и подготовку к работе требуется около 5 минут. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.